кажется, $1000 стоит где-то. А, ну это мы смотрели. Угу. Мой бывший. Угу. Вот, правда, он умер уже, вот, поэтому... Я старался не реагировать никак все это, весь этот кадр, блядь. Я все, что хотел, уже сказал на ютубе. Отвел душу. Сука, блядь. Не, ну это лайк. Это сразу лайк, ты на ютубе тоже не забудь, и на инстаграм подпишись. Там на инстаграме уже 205 тысяч подписчиков. Вот, ну ты видишь, блядь. Ну вот просто вот это вот я полностью солидарен. Ну господи мой, да ты как вообще? Ну как вообще? Как? Логвинов, что ли, сидел? Ну, вот, вот так вот и живем. Во. Помню, кстати, этот момент, когда проходили. My sister, she's dead. Really? Well, I'm very sorry to hear. Помню этот момент. Я выбрал вариант, это моя сестра, но она же черная, типа. Это она имела в виду то, что куртка, она, он, неважно кто, короче, сука. Бля, ты что? Ты хорош, слышишь? Ну, серьезно, ну, Твич увидит эту херню, кого-нибудь точно забанит. Ебать, пизда, блядь. Мля, блядь. Бля, какой черт. Блять, пиздец. Шо, блядь? Вы думаете, его точно надо? Я думал, это типа обычные шарики. Знаете, когда ты берешь так, в себя вдуваешь, короче, и у тебя голос меняется. А он стоит 1000 рублей. Я думаю, что так дорого, блядь, за один шарик? Ты что, ебанулся, что ли? Вот. Шарик 1000 рублей? И этот чувак, у которого... Погоди, тормози. Шарик 1000 рублей? А, это эти шары! Все, я понял. Покупают эти шары. О, боже, я думал... Думаю, что за дебил шарик? За 3 косаря. Такой, ты что, дурак, что ли? Почему так дорого? И мне дает. Говорит, давай. Я такой, шо давай? Думал, голос сейчас поменяю. Я такой... И меня как ебануло, короче. Ну, накрыло просто, как в бошку мне дало. Я вуу, и полетел. Мне уши заложило, я думаю, что происходит, блядь, чё, блядь, паника не началась. Я реально чуть не сдох. Я такой, вау, шо? А ты вон просто что делаешь? Я? Просто отдыхаешь? Да, или? Отдыхаю. Моя, блядь, пиздата. И как город? Да я тут, знаешь, не первый раз, нормально. Давай, город. Хорошо. Хата прикольная, кстати, я сделана сейчас, прикольная. Я сейчас, заебись. Вон, Таня мне вчера писала, да, мы встретились, блядь, сходили шары подули, блядь. Лёх, ну ты, блядь... Что? Ты чего, блядь, позволяешься? Я сейчас не знаю, но вообще это сказал, что твой сп... Ты пиздец, я... О, это... А это типа, чтобы шары дуть, да? Мало того, что ты инвалид, так еще и шары можешь пануть в подарок. Повозка для этого мага. О боже. Да. Мальчики, я решила закончить карьеру стримерши и все-таки показать вам сиськи. Тормози-ка. Вот здесь вот сейчас подожди-ка. Тормози, мать! Я все видел. В реале все видел. Все нормально там. Ты, мать, давай мне это. Не-не, все нормально, это рофл. Не-не, все нормально. Антибан рука, ёпта. Они прям сзади бегут. Читы. Это читы были. А, все ясно, читы. Ну, это 100% читер, я прям точно знаю. Все ясно, читер, все ясно. Малыш, давай, луф! Луф! Магикон! Да, луф!
Давай, детка. Какой ля какой! Рыцарь Рококоша! Принц, давай! Покажи свои бубенчики! Я сказал, щедаю! Твой скейт? А, теперь наш. Смотри, с велика не упади только. Да, брат. Если упадешь, поднимать не будем. Ты тоже сфоткаться? Страшно, блядь. Девочек любишь? Все. Правильно. Найс, друг. Он такой, ты девочек любишь, он... Что? Ну, чисто четверочка какая-то, хуй знает, вообще не заходит в лицо. Положи мясо ему в рот. Я не могу. Я жду. А, блядь, нахуй. Ебать тайминг, Найс. Вот что за хуйня, блядь, вы можете сказать? Что это, блядь, за хуйня? Что это, блядь, за... Это я видел. Что это, блядь, за инсайт? Я хуею, блядь. Что, блядь, происходит? Почему какие-то чуваки... У меня еще пластырь на коленке. Они ебут всех стримеров, как вещи. Я не понимаю, на фотке, да. А вот тут его он седлал. Вот он не ебал, он и бесится. Блять, что? Это типа не рофл? Это типа вот... Вот это, блядь, все не рофл? Это, блядь, не рофл? Ну такое себе, мать. Вот он не ебал, он и бесится. Простите за плохое слово. А так? Он и сам. Чё-то, блядь, как-то это... Ну такое себе, чё-то. Чё-то... Ну хер его знает. Не, типа, личная жизнь каждого, хоть там в жопу долбитесь все, но выставлять это... Хотя, я, наверное, слишком стар для этого дерьма. Бля, ну, не знаю, ну, такое себе. Это, знаете, все равно, что я бы сейчас выложил фото, как мы с Аляшей, с картой, с картер и чики-брики. Я, короче, я не поддерживаю такое поведение. На самом деле, ну, употребляет наркотики, типа, сорян, Володя, Вова, но он реально употребляет, типа, я сам это лично видел, как он это делает. Серьезно, он при мне, блядь, это делал. Я сейчас не шучу, я серьезно говорю. Когда я был в Москве, я сейчас не шучу, я серьезно говорю. Тебе пишут. Я сейчас подтвердил, что ты на... Я сейчас это делал, типа... А так... Он и в самом деле, ну, употребляет наркотики, типа, сорян, Володя, Вова, но он реально употребляет, типа, я сам это лично видел, как он это делает. Серьезно, он при мне, блядь, это делал. Я сейчас не шучу, я серьезно говорю. Когда я был в Москве, я сейчас не шучу, я серьезно говорю. Там Хисус ёбушель дал совсем, блядь. Тебе пишут. Хисус подтвердил, что ты нарик. Ебать, долбоеб. Пошел нахуй этот Хисус. Я же реально пошутил, ой, дура. Сейчас еще спалится, блядь. Блять, я не пойму, комьюнити Твича после стримфеста ёбнулось, что ли, в краину вообще все? Блять, ну... Хуй знает, я не понимаю людей, что вообще, блядь, ладно, порой. Ладно, я шучу. Блядь, что ты мне скинули? Сказали, открой на стриме. Сказали, открой на стриме, открываем. Сука. Блять, как же хорошо,
что я приехал на стримфест целенаправленно. В последний день под его закрытие за час. Я просто приехал, сказал всем здравствуйте, встретился с нормальными людьми. Поехали в одно, в другое, в третье место, посидели, пообщались, и я уехал. Как же, блядь, хорошо, что никто не говорит всякую херню в мою сторону. Господи, как вообще могло такое случиться, что за все время меня после стримфеста, как не захожу, все говорят, какой мод молодец, вот он такой добрый, он такой милый. И, блядь, я как не в своей тарелке себя, сука, чувствую. Типа, ты старый просто... Пошел нахуй! Понял, нет? Я молодой, я красивый, я петь умею. Заткнись. Тут уже массаж пошел в ход. Уже понимает тренер, простаты, что надо как-то сделать приятно физически. Чего, блять? Вы, сука, на турике это пизданули? Вы серьезно? Чего, блядь? Это оно. Она об этом не могла. Тихо. Массаж пошел в ход. Уже понимает тренер, что надо как-то сделать приятно физически. Это фнатики с нипами, блядь, играли, это сказали? Не будем продолжать. Ой, блядь. Твист, 39 хп. Мы только-только сидели с одним из комментаторов Рухаба, только-только вот-вот встречались. Огромный, кстати, привет, Кристал, мы, блядь, ты нереальный чувак, ты реально крутой, и со своей жизненной позиции, я не знаю, это очень-очень крутой тип. И тоже вот говорили вот на эту тему, то есть, ну, блядь, ну не в этом матче точно. Хотя ладно, это... Алло, мам. Ну, время, кажется, уже. А я сейчас спать пойду уже. Школьник. Я заканчиваю стрим, хорошо, давай, пока. Школьник, дурачок. Какой давай пока? Ты мне когда сказал, что закончишь? А через 20 Crystal минут. Crystal May, да-да-да, который. Уже 30 минут. Я у Crystal называю просто. Ну, через 5 минут. Нет. Как так? Я сейчас выключу кнопку здесь у себя. Какую, интернета? Ой, какая жиза! Тихо, я сейчас услышал, боже мой! Господи, люди, все, кто сейчас меня услышит на Ютубе, вообще везде, друзья мои, я хочу сказать одно. Каждый, кто хоть раз в своей жизни говорил, там, мам, пап, дедушка, бабушка, неважно кто, ну еще 5 минуток. О, боже мой! Вот эта фраза, вот просто вот у меня чат улетел в космос. Вот эта фраза, она просто вот, о, господи, она вечна, эта фраза. Просто вечна. Что? Интернета, что ли? Да. У меня 5 минут до стримить осталось. О, 5 минут. Какое? Что? Пол 11-го только, ничего не надо. Пол 11-го ты в 10 должен был закончить. Ну, блин, да. Пипец, с вас, ну, лайк на ютубе. Это закончить. Просто, это жизненная Дай тема. Быстро. Хорошо. Меня таксист не туда везет. Ты что, в такси едешь и мой стрим смотришь? А ну-ка, включи ему на громкую связь мой стрим. Включила? Таксист. Короче, смотри. Ты меня слышишь, таксист? Хуй соси. Ну а теперь можешь ее в лес отвозить, мне похуй. Вы видели, как она на меня посмотрела? Минус подписчица, что я могу сказать? Типа... Блин, кошак прикольный.
Блин, перееду в свой дом. Нихера там. Найс, пацаны. Просто минус. Да, короче, ласку минус дом, блядь. Нет у меня больше друга ласки. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.